До Нового года осталось всего 33 дня. Пришло время готовиться к празднику. В больших городах приступили к новогоднему украшению улиц и площадей, установке новогодних елей. Славянск на Кубани тоже окунулся в предновогоднюю суету. На Театральной площади началась установка главной новогодней елки. Высота зеленой красавицы составит 15 метров. После того, как соберут каркас, ее украсят игрушками и иллюминацией. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, новогодние ели также установят в микрорайоне Кубриз, около ЦРБ и парка отеля «Уют», а также около пункта весового контроля. Предприятия и магазины также начали готовиться к Новому году и украшать свои витрины и фасады.